О дополнительном логистическом комплексе, который мог бы обслуживать клиентов в европейской части страны, АвтоВАЗ задумался еще в 2019 году. И вот новый, уже пятый по счету, склад запчастей «Лады» открыт. Площадка, ставшая самой крупной среди региональных, находится в Тверской области неподалеку от федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург. Задача этого хаба – обеспечивать суточную доставку запасных частей до клиентов, которые расположены в радиусе 600-700 километров вокруг Твери. То есть в это расстояние у нас входит, понятно, Санкт-Петербург, понятно, Москва, Владимир, Ярославль, Тамбов, Воронеж, Брянск, Смоленск. То есть целый ряд значимых для бренда «Лада» городов. Новый комплекс обошелся АвтоВАЗу в 1 миллиард 288 миллионов рублей и благодаря расположению сможет обслужить 1/3 дилерской сети «Лады». Сегодня используется 25 тысяч квадратных метров склада. Еще 75 тысяч – это свободная площадь, которая также при необходимости может быть задействована. В комплексе хранится порядка 14 тысяч различных позиций, которые закрывают 95% всех клиентских обращений. Предусмотрены отдельные помещения для масел и шин с наклонными полами и дополнительными вытяжками. На складе нет разве что деталей редкого спроса. Их доставляют с других складов. Как и прочие комплексы, Тверской использует самые современные технологии. Например, систему голосового подбора. Она инструктирует оператора по гарнитуре, освобождая его руки, что повышает производительность на 5-10%. С той же целью на площадке применяются экзоскелеты, которые, помимо прочего, защищают работников от профзаболеваний, вызванных монотонными операциями. Клиентская база Тверского склада насчитывает более 500 точек. В их числе дилерские центры «Лады» и «Рено», а также магазины «Лада Деталь». Новые логистические комплексы АвтоВАЗ строить не планирует. В этом нет необходимости. Сейчас мы видим, там на рынке целый бум, увеличение логистических мощностей, там и Почта России там развивается, и Сберлогистика. В общем, все хорошо, я думаю, в ближайшем будущем за счет таких монстров будет с площадями. Поэтому скорее вопрос не в дефиците площадей, как бы, да, а в правильных использовании в наших цепочках товародвижения. Поэтому мы имеем партнер, мы имеем 32 партнера. Добавим, что у АвтоВАЗа также есть логистические комплексы в Тольятти, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая площадь складских помещений превышает 100 тысяч квадратных метров.